Да, и там возник вопрос по поводу того, что там 5%. Серокопия. Вот, и мы просили, чтобы нам дали биографию данного вопроса, кто принимал данное решение, там, кто ответственен за данное решение. И мы задали вопрос, почему 5%, по сути, да? По сути, биогаз, который выделяет свалка, это продукт переработки, в том числе, то есть свалка это коммунальная собственность. То есть биогаз мы продаем, и его просто так берут, там, ну, просто берут, может, и на 5% задают. Может, нам будет объявить тендер выгоднее, чем дальше получать 5%? Кто и может предоставить услуги? А кто строит? Что, частная какая-то, кто частная строит? Компания добывает у нас биогаз на свалке? Да. Ну, слава богу, что добывает, на самом деле. Да, нет. Частная, или это наше коммунальное предприятие добывает? Нет, 5%. Частная предприятие. Частная, которая находится за забором нашего. А сколько оно, на какую сумму оно производит там электроэнергию, или как оно перепродает этот газ, что оно с ним делает? Ну, смотрите, если, смотрите, 8 миллионов, это, грубо говоря, да, то, что может предприятие зарабатывать на этом биогазе. Почему бы этим заняться как раз нашему будущему предприятию коммунальному, облтеплоэнергии? То есть мы сегодня ломаем голову, где взять ресурс для того, чтобы предприятие не было в убытках, а тут вот валяется та самая, грубо говоря, под ногами этот ресурс. Как раз на свалку. Ну, кто-то выбросил. Наверное, будет выглядеть, как я лоббирую, но мы, как сторона, как горсовет, должны быть, ну, порядочной стороной. Да? Если есть договорные отношения, мы должны... Так горсовет не принимал. Подожди, а каким образом они вообще нашли, зашли туда на эту свалку и стали добывать биогаз? Не, не на свалке, а не около. Горсовет же не принимал. У меня вопрос тот самый. А скважины, которые вот они, да, на которых добывают, это они разработали эти скважины? Они нашли? Да, давайте мы... Она работает два года, смотрите. Хронологию поднимем всего это. Мы знаем, что скважины были одни. Это был проект экспериментальный. Пилотный проект. Потом мы в результате... Потом их кишнули и завели какую-то частную компанию. Ну, можно и так формулировать, я пока... Давайте на следующий я был уверен, что это добывает вот саму Николаев Коммунтранс. Я думаю, это коммунальное предприятие получает город. Это просто мостовой этот час директор. Нет, просто это оказалось, это частная контора какая-то. Я этого не могу понять. 8 миллионов в год валяются, это самое. Почему это не на поддержку коммунального предприятия не делают? На самом деле, бурение этих скважин и оборудование, которые там, и генераторы, которые работают на газе, это тоже... большая сумма инвестиций, которая уже сделана, и она работает. Сейчас мы, может, рассмотрим вопрос, как с 10% в 5% уменьшилась доля. А это сколько они нам платят за газ? 5%. Оплатили 10. Оплатили 10. То есть это они у нас газ покупают по этой стоимости? Нет, это оплачивают с дохода 5%. А можно его директор назначить? Оплатили раньше 10. А газ они покупают у нас? Нет. Они производят. Это же биогаз. Газ производит на свалке. Биогаз, владелец этого биогаза, это не просто биогаз, по сути. Газ производит свалка, само по себе. Смотрите, давайте, ну, все можно оценить, ну, по-разному, но это газ, который пропадает и является источником... Подождите, газ коммунальный. Лунки, то есть скважины, это сделала какая-то другая компания. А потом эта частная компания пришла, она все готовая, это самое, добывает этот газ и дает 5% городу, это самое, вроде как они сильно... Даже не по-христиански, даже не 10. Ну, откровенно говоря, что не 50, ну, грубо говоря. Ну, во-первых, пощипать. Не, ну, человек пришел на предприятие, смотрит, что деньги надо собирать, так он уже начинает. Ну, давай, господин Мостовой возглавляет сейчас эту компанию. Ну, как бы, давайте, мы же без фамилии, да, по сути. Мостовой, Иванов, Петров, причем? Не, можно на следующую комиссию пригласить директора Коммунтранса, хотя бы мы его в глаза увидим за этот период времени, пока он там наработал нашим, как говорится, нашим предприятием и собрал там кучу долгов. И пусть он расскажет по этому предприятию. Депутаты, пусть им предлагают о том, чтобы, допустим, там, он вышел с предложением о том, что... мы же не видим ничего. Нашим, подожди. Ну, пускай, что он коммунальное предприятие, возможность да, того, чтобы поручить добывать этот биогаз нашему будущему коммунальному предприятию облтеплоэнерго. Я предлагаю поступить проще. На следующую комиссию пригласить директора, да, Коммунтранса. Он нам доложит эту ситуацию. Может, там больше мы получаем, а может, еще даже меньше. Со слов директора, который подписывал, либо имеет на руках договор, он нам расскажет. Смотри, зачем нам директор коммунального предприятия? У нас есть целый заместитель городского головы.
Да, ну, они вместе придут по-любому. Поступило предложение вот депутата Гусева о том, чтобы рассмотреть вопрос, чтобы заниматься там добычей газа там, или кто-то, ну, коммунальное предприятие, которое будет нашей собственностью. Когда Гусев предложил о том, чтобы занималось этим вопросом наше предприятие, которое мы принимаем, вот, и рассмотреть вопрос, сколько там, 50% ты хочешь? Мое предложение, чтобы добычей биогаза на свалке городской занималась коммунальная предприятие. Давай вышло Шемникова, это просто коммунальная.